Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид, меня зовут Виталий, и сегодня мы поиграем в IX и ее жестокая арена для битв. Дело в том, что я давным-давно уже видел эту игру, хотел в нее поиграть, но она была недоступна в Play Market. И сегодня, наконец-то, я увидел, что она доступна стала в Google Play, в нашем Play Market, блин, и я ее быстро, незамедлительно скачал. И сейчас вместе с вами начну играть. Здесь есть два режима. Это мультиплеер, в котором мы сможем играть онлайн с другими игроками. И одиночная игра. В одиночной игре там просто боты. Это ни для кого не открытие. Просто обычное прохождение и тому подобное. Здесь есть магазин, в котором можно открывать новых персонажей. Я уже открыл двоих. Точнее, как открыл. Я только зашел. Там просто надо было что-то с кем-то поделиться. И открылась чародейка. Также тут открыты другие, видите, вот бандит, мясник, ребят, ничего мне напоминает, а? Отсылочка такая в Horror Field, а? Так, есть охотник, блин, ну, завоеватель, блин, до хрена всяких, видите? Поэтому развернуться есть где, кстати, а вот это мне напоминает персонажа, как же, великий Оз, знаете, вот это вот, там, где попадает, блин, короче, сказка, ребят, там одна. Так, ладно. Это уже совсем другая история. Тут есть умения, которые мы будем, ребята, в будущем улучшать. Да, все. Ладно, давайте теперь посмотрим, что оно из себя представляет. Наверное, зайдем в мультиплеер, все-таки поиграем с другими игроками. Так, матч смерти. Играйте против реальных людей. Хорошо, я хочу именно против реальных людей. Кстати, ребят, даже если вы будете играть в одиночную миссию, то там все равно нужно будет привязка онлайн, ребят. Так, присоединиться, да, надо нажать. Ага, все, присоединился. Это сейчас мой первый бой, я еще не знаю толком, что к чему, но вроде как прошел небольшое обучение, и ничего сложного в этом нету. Ух ты, что это было? Так, все, вот это я бегаю, да? Ух ты, меня уже кто-то что-то швыряет. Где ты? О, кстати, я могу... О, вот, давай. Иди сюда. Оу, блин. А что, ля, получается с одного удара, что ли? Понятно. А, видите, можно как за рекламу возродить. А, кстати, тут монетки можем собирать. Ёперный балет. Есть, я кого-то завалил. Это круто. Ух, блин, и меня завалили. Короче, ребят, тут игра такая. Будем друг друга просто нереальное количество ввалить раз. Просто нереальнейшее количество. Иди сюда. Иди сюда. А, для того, чтобы что-то кого-то кинуть, нам нужно будет обязательно... подойти и подобрать оружие. Не подобрав оружие, мы не сможем ничего сделать, видите? То есть, помимо того, что мы будем подбирать монеты, нам нужно подбирать оружие. Кинули один раз оружие, сразу нужно искать второй раз, получается так, потому что только что я пытался кинуть пару раз подряд, и у меня этого не получилось. Ух ты, блин, а просто так я могу что-то делать? Нет? Это плохо. Подождите, тут есть еще одна кнопка. Давайте проверим, что она делает. Вот это, что она? Ох, понятно. Я делаю, получается, какой-то переворот. Удар Брюс Ли такой, знаете? Ладно. Все, давайте мы теперь будем на реальных щах играть. Щит. А как они подбирают щит? То есть, может, надо стать возле щита? Иди сюда. Есть! Я кого-то завалил. Я кого-то явно завалил. Так, а что мне теперь делать надо? Так, это у нас что? Ага, вот, ребят, это кувырок. Вот эта вот зелененькая фигня, это получается кувырок. Так, все, получается, пока они друг друга херячили, я их добил. О, нет, пошел нахрен отсюда. Иди сюда, иди сюда. Давайте. Опа! Нет, промазали. Ладно, подберем обратно свой топор. Все, иди сюда. Ух ты, блин. Блин. Слушайте, а тут в здание заходить вообще можно? Так, ребят, я на втором месте, я убил четверых. Слушайте, тут какой-то Бэйминг, просто нереальный киллер. Завалил аж 10. Ни хрена. Так, заметьте, я на первом уровне, йоу. Поздравляю, у вас тройня. Нет, так, я получил второй ранг, хорошо. Так, а когда откроется следующая локация? Тут, получается, несколько локаций, но, получается, мы со временем просто их будем открывать. Так, кому присоединиться? Кому? Ну, давайте присоединимся сюда. Здесь вроде больше, как игроков было, 78% написано. Так, идет соединение. Блин, ну, игрушка годная, ребят, поэтому если кому-то понравится EEO, знаете, такое еще название, AX EEO, это не дезодорант, ребят, AX,
Просто AX и ее жестокая арена. А что, все? Вот так быстро? Да это вообще не круто, ребят. А, вот это что показывается, это, значит, наверное, через сколько закончится матч, проценты. То есть я думал, это типа наличие игроков, а оказывается нет. Это сколько времени еще осталось до окончания боя. Так, угу. Иди сюда. Ой, я промазал, а по мне зато попали. Ну, окей, ладно. Знаете, я, наверное, сейчас вот это доиграю и поиграю за чародейку. Посмотрим, как она себя тут покажет. Так, я промазал. Опа, я такой кувырочек сделаю. Опа, давайте вот так вот изворачиваться от всех. Получай. Опа. Это, походу, чувак только зашел. Ребят, за эту игру еще мало кто знает. Поэтому в нее... Ну, все равно, смотрите, в нее все равно люди играют. Она появилась вот буквально недавно, я так понял, потому что реально я следил за тем, чтобы поиграть в эту игру. Я следил за Play Market, она у меня была в записях, в блокнотику. Реально, я уже давно хотел в нее поиграть, просто никак не было возможности, не была она доступна. И тут наконец-то она стала доступна, и смотрите уже сколько людей играет. Блинский. Есть, да, убил, отлично. Опа, кувырочек. Есть, попал, нет. Блин, у меня ничего нет с собой. Посмотрите, у меня в голову, видели? Прям в голову попал, зараза. Так, давай. Так, я появился уже сразу с топором. Так, по-моему, я его волонул только что. Мне вот интересно, они все с первой, вот с первого удара погибают? Или все-таки нет? Или в некоторых надо по несколько раз долбить. Вот это, кстати, непонятно. Потому что пока месть, но ну, таких же, как и я, мы все просто погибаем с первой подачи. Ну, в принципе, если тебе в голову топор засандалит, то, понятное дело, что ты сразу упадешь, и ты не выживешь. Так, я пока иду на втором месте, как ни странно. А еще щит. Я хочу подобрать как-то щит, но я не пойму, как его взять. А, это получается, я должен заранее, наверное, взять щит и могу туда вставать. Видно, я что-то... Может, это, знаете, как домик какой-то. Я не знаю, ребят, но мы будем узнавать. Поэтому, если вам интересно, то обязательно поставьте лайки. Я буду продолжать играть в эту игру. Будем играть вместе онлайн. Потому что в будущем я собираюсь делать стримы, в принципе, по разным играм, которые я играю. В том числе будет и Horrorfield, и все на свете. Поэтому сможем играть вместе, ребят. Блин, я промазал. Мне нужен топор. Блин, тут уже кто-то с мечами бегает. Так, 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 давайте, надо кого-то убить. Да что, я какой-то мазила, а? Так. Слышите такие? Блин, меня убили. Слушайте, тут уже кто-то шестого уровня, игра реально... Блин, я вообще снился, ребят, на седьмой, был на втором, стал на седьмой. Ладно. Фигню я заработал. Ладно, давайте сыграем теперь за чародейку. Сыграем за чередейку. Давайте отсюда выйдем. Так, а что это за соединение? Не надо мне никакого сейчас соединения. Так, чередейка. Посмотрим, что она из себя представляет. Я так думаю, у каждого же героя есть свои какие-то умения. И свое какое-то там жизненное обеспечение. Ладно, давайте теперь выйдем. Все, мы ее выбрали. Давайте зайдем в мультиплеер. И снова выберем матч смерти. Так... Кстати, видели, вот то, что другой закрытый, я так подразумеваю, то, скорее всего, не карты, а, возможно, тоже какие-то локации, просто они еще закрытые. Пока есть карта, есть одна, наверное, но, скорее всего, что в будущем будут по-любому добавлять. Я даже уверен, что будут добавлять, ребят, потому что, ну, игра интересная, мне нравится. Она мне заходит и, знаете, она мне даже больше что-то понравилась, нежели Hide Online, ребят. Да, ребят, фанаты Hide Online, не обижайтесь, но мне это что-то больше как бы нравится. Поэтому, возможно, я по ней буду чаще снимать. Так, иди сюда, иди сюда. Блин, да я хотел его убить. Очень часто умираем, ребят. Очень часто, но, слава богу, мы очень быстро возрождаемся. Это уже хорошо. Так, а я, короче, промазал. О, на. Нет, промазал. Блин, опять промазал.
Что-то у меня сегодня не совсем все очень хорошо идет. Я аж на 8-м месте. Блин, я же попал в него. Что за беда? Иди сюда. Да блин, пипец. Короче, я пока еще полный нуб. Я не знаю. Или, блин. Надо быть поуворотливее. Так, сделаем. О, смотрите, какой она кувырок сделала. Видели? I'm a ninja. Опа. Иди сюда. Блин, ну еще прикольно то, что нам надо постоянно, в принципе, подбирать оружие. То есть, выкинул оружие, все. Мне это нравится, не знаю. Мне... Я сперва думал, что мы будем со своим каким-то оружием бегать. Но пока, как видим, это не... Не, возможно, у нас, когда мы будем повышать умения, да, и будет такая привилегия какая-то, да. Это видно, ну, на начальных этапах. Блин, да что я не... Да ля, в натуре не могу вообще никого попасть. Что-то мне, знаете, из-за вот этого берсеркера как-то больше и лучше игралось, нежели сейчас за эту долбанную мазилу-чародейку. Я как бы понимаю, что я ее управляю, но все же... Опа! Что такое? Так, в дерево. Иди сюда. Блин, я, короче, получается, я выбил у него из рук щит. Да. Но не убил его самого. Блин. Да что за нафиг? Это кто такой меткий здесь? Какой-то Алекс. Ну, здесь, кстати, есть еще кто-то еще мечче, нежели сам этот товар. Иди сюда. Нет. Короче, я выкинул куда-то непонятно куда. Блин, ребят, я занял вообще последнее место. Ладно, ребят, если вам зашла эта игра, ставьте лайк, и мы обязательно будем играть вместе. Я буду дальше продолжать снимать за эту игру. Но вы были на канале Экспировид. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВК, ссылочка будет в описании. Будет больше, будет лучше. Пока.